постараюсь ей переселить душу сербской леди в эту куклу. Кровь, отстань. Сербская леди. Кто здесь? Все началось с того, что однажды я проснулась, увидев страшный сон про сербскую леди. Я была одна посредине пустынной улицы, и вдруг я увидела ее. Она танцевала под фонарем свой странный танец. В руке у нее был нож, после чего она повернулась и резко бросилась на меня. Этот сон повторяется каждую ночь, и я не знаю, что мне поможет. Нет! Мне снова приснилась сербская леди. Нужно разобраться с ней. Нужно отыскать все артефакты. И снять этот проклятый браслет, который не дает мне спокойно жить. Вот уже очень давно. Мы должны разгадать тайну сербской леди. Выяснить, почему и зачем она нападает на людей с ножом. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Сегодня мы узнаем все про сербскую леди. Кто такая сербская леди? Жива ли она? Где она чаще всего обитает? И что ей нужно для того, чтобы она продолжала жить? На самом ли деле она существует? Или это мистика, призрак или дух, пришедший из могилы? Объясню все подробно, проштудирую весь интернет. Поговорим об этом с Яндекс Алисой. Погуглим сербскую леди и так далее, друзья. Но самое интересное то, что сербская леди снова звонила мне в 3 часа ночи, друзья. И знаете, что она сказала? Она сказала, что третий артефакт в ней. И самое жуткое то, что я считаю, что если третий артефакт в ней, значит, мне необходимо будет разрезать сербскую леди. Ставь лайк, если хочешь увидеть, как я это делаю. И обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Нажми на колокольчик, а также напиши самый крутой комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как этот. Ну что, друзья, мы отправляемся с вами узнавать, кто же такая сербская леди. Погнали! Итак, друзья, предлагаю разобраться, кто такая сербская леди. Зайдем сначала с вами в Google. И узнаем. Так, кто такая сербская леди? Сербская леди. Это городская легенда, родившаяся на просторах интернета в 2019 году и получившая широкое распространение в феврале 2023 года благодаря платформе TikTok. Согласно легенде, танцующая ночью женщина в Белграде нападает с ножом на каждого, кто ее окликнет. Чаще всего видео сербской леди сопровождается тревожной музыкой. Ребят, мы с вами видели сербскую леди. Мы видели, что она побежала за нами. Но вот была ли это она? Потому что она вселилась в мою подписчицу Лили. И сейчас Лили в больнице. Это так. Я не знаю, что помогут ей врачи или нет, потому что они до сих пор не знают, что с ней происходит. Мы созваниваемся с ней, переписываемся, и сегодня я заберу ее из больницы, потому что врачи не знают, чем ее лечить. Ее симптомы сопровождаются жаром, на теле появились непонятные раны, язвы. А совсем недавно, как я уже говорила, мне позвонила сербская леди и сказала, что третий артефакт внутри нее, внутри сербской леди. И так как мы знаем, что сербская леди пользуется телом моей подписчицы Лили для переселения в этот мир, возможно, третий артефакт будет у Лили. Я не знаю, как это все будет происходить и что я буду делать, но для того, чтобы достать артефакт из сербской леди, нам необходимо ее разрезать. А прежде чем мы ее разрежем, нам необходимо достать ее из тела Лили. Это будет очень сложный обряд, очень страшный.
Но нам придется его проделать. Сегодня мы с вами будем все готовить для этого обряда. Необходимые свечи, атрибуты, те артефакты, которые уже имеются у нас. Вы можете заметить, что я до сих пор ношу браслет, потому что я не могу его снять. А снять у меня его получится только тогда, когда я полностью разберусь со всеми тайнами сербской леди. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Сербская леди, это ты? Я чувствую ее присутствие. Сербская леди, где ты? Вот черт! Что это? Под одеялом, как будто бы что-то есть. Кто здесь? Кто здесь? Раз, два, три. Гусь. Гусь. Это просто гусь. Вы слышали это? Где ты? Покажись. Она точно где-то здесь. Я чувствую ее. Так, попробуем погадать. Здесь кто-нибудь есть? Нет. Сербская леди, это ты? Нет. Никого не ты, это не сербская леди. Значит, мне показалось. Ее здесь нет. Попробуем призвать. Попробуем. Ребят, давайте попробуем призвать. Так, нам необходимо все приготовить. Нам необходимо приготовить свечи. Нам необходимы свечи. Нам необходима кровь, которую я заказывала. Так, все по порядку. Начнем. Начнем все собирать для обряда. Так, ребята, если вы что-то знаете про сербскую леди, тоже напишите мне, пожалуйста, мы собираем подробнее, может быть, в каких местах она любит появляться, ну и какие-то еще другие факты. Так, разрезать будем здесь, на этом диване. Нужно все подготовить, свечи. Обязательно нужны свечи. Она ляжет здесь. Я не знаю, как все это будет. Я положу Лилю здесь и начну обряд. Обряд экзорцизма, скорее всего. Мне нужно будет выманить демона из нее. Я даже, когда говорю, мне страшно становится. А что я буду делать, когда я увижу это собственными глазами? Поверьте, это будет страшно. Попробуем договориться с сербской леди. Подготовить для нее мой дом. Открыть врата, открыть порталы. Сербская леди, душой и телом я призываю тебя. Сербская леди, войди в этот дом, войди в меня. Почему я не могу быть порталом для нее, я не знаю. Демоны сами выбирают себе тела.
Я не могу заставить ее вселиться в себя, чтобы как-то контролировать ее. Потому что Лилино тело совсем не справляется. Ей действительно очень плохо. Сербская леди, я призываю тебя, приди в этот дом. И останься в нем. Каждый круг, каждый день, каждый мрак. Я что, с тобой идет? Оставайся со мной. Не уходи, не уходи, жду. Ты посмела! Я тебя уничтожу! Ты посмела! Ребят, вы это слышали? У меня реально волосы стали дыбом. Мне жутко страшно. Мне кто-то звонит. Наверное, это Лиля. Так, сходим, возьмем телефон. Слышишь? Лиля звонит. Точно. Это она. Я иду. Так. Сейчас, ребят. Алло. Да. Лиля, как ты себя чувствуешь? Сейчас, секунду, я все снимаю для подписчиков. Секунду, повиси на трубке. Так, ребят, оставлю камеру. Жесть. Алло, ты здесь? Лиля, как ты себя чувствуешь? Да? Я только что призывала сербскую леди в свой дом. Да, она ненадолго вселилась в меня. И говорил какие-то жуткие вещи, как ты посмела. Я уничтожу тебя и так далее. Как ты себя чувствуешь? Тебя выписывают? Я скоро приеду за тобой. Нам сегодня необходимо провести обряд. Тебе совсем плохо. Я постараюсь вылечить тебя. Я постараюсь вытащить тело, душу сербской леди из тебя. Мне необходимо достать третий артефакт. Я не знаю, что будет дальше и сколько всего этих артефактов будет. Я надеюсь, что после этого обряда тебе станет легче. Я буду молить Бога. Хорошо, до встречи. Итак, ребята, мою подписчицу Лилю, в которую вселяется сербская леди и пользуется ее телом для перехода в этот мир, совсем стало ей плохо. И сегодня она приедет сюда, и в 3 часа ночи мы будем делать обряд. Я все, конечно же, буду снимать на камеру. Я не знаю, что будет происходить, но однозначно это будет что-то страшное, странное и наверняка мистическое. Нам главное достать сербскую леди и достать из нее 3-й артефакт. Но проблема в том, что когда демон покидает тело, ему необходимо вселиться в другое тело. Мое тело ему не подходит. Но у меня есть идея. Сейчас я вам скажу. У меня и есть эта кукла. Эту куклу я заказывала на сайте Darknet в разделе куклы Барби Экзем. Как вы помните, все началось именно с этой проклятой Барби Экзем. Каким-то образом мне передали этот браслет. И я считала информацию, что браслет принадлежит сербской леди. После этого все началось. Так вот, если вы смотрели фильм «Чаки», то вы наверняка знаете, что душу демона можно переселить не только в человеческое тело, но и в куклу. В этом обряде мы постараемся переселить душу сербской леди в эту куклу. Нам необходимо будет сделать куклу Вуду. Провести обряд экзорцизма и просто сделать, открыть портал, сделать так, чтобы все получилось, все карты должны сойтись. И сербская леди должна переселиться в эту куклу. Самое интересное, что если у нас получится, возможно, она останется в ней навсегда. Но душа из куклы может управлять людьми, как вы помните. Я не знаю, возможно, будет только хуже, но лучше пусть сербская леди живет в кукле, чем в Лиле,
чем в человеческом теле, которое она сжирает изнутри. Она умирает, действительно, ей плохо. Она здесь. Я слышу ее шаги. Она здесь. Нет. Мне нужно, чтобы она осталась. Останься здесь. Чем больше ее душа бродит вдалеке от тела Лили, тем больше, то есть тем меньше связь их. Связь становится меньше, и тем легче будет мне справиться с сербской леди. Кто здесь? Сербская леди, ты здесь? Сербская леди, ты здесь? Тут никого нет. Ты тут? Тут нет. Я знаю, что ты где-то здесь. Ты прячешься в самом темном месте моей квартиры. Может быть, ты в этой кладовке? В темноте. Сербская леди, скорее всего, за этой дверью. Демоны прячутся в самых темных местах. В самых темных уголках. Так. Так, ребята. Вроде бы мы все узнали. Только я бы хотела вам сказать то, что знаете. Сейчас, секунду. Вы знаете, что... Сербская леди очень опасна. Ее пугает свет. Ее пугает свет ламп, ее пугает свет ярких лампочек, которые постоянно мигают, они путают ее, она путается в этом мире. Друзья, мы практически все приготовили. Я приготовила комнату. Осталось самое последнее. Сейчас я буду читать заклинания, проходя по всей квартире. Эти заклинания помогут сделать огромный круг вокруг моей квартиры. Сербская леди внутри, чтобы она не вышла, чтобы она не вселилась в другое тело, чтобы мы не искали ее. Нужно сделать обряд в каждой квартире при помощи свечи. Она бьется, она здесь. Мне, конечно, страшно находиться с ней одной в доме. Вы когда-нибудь находились с призраками один на один дома, когда никого нет? Это действительно жутко. Но нам необходимо это сделать. Мы поможем Лиле. Разберемся с проклятием сербской леди. Я пошла за свечой. Так, ребята, я могу рассказать вам только половину обряда. И показать вам только половину. Не могу все, простите. Итак, нам необходима будет свеча. И необходимо будет листочек для каждой комнаты. У нас 4 комнаты. Вот 4 листочка. На каждом листочке... будет написано «Сербская леди» и нарисован круг вокруг этого имени, чтобы заточить ее в этом круге. Пишем. Так. «Сербская леди».
Примерно вот так мы пишем на каждом листочке сербская ведя. И рисуем ее в круг. В круг добавляем. Так, сейчас. Сербская ведя. И в круг. Сербская ведя. И в круг. Сербская ведя. И в круг. Итак, 4 комнаты, 4 листочка. Смотрите, что я сейчас буду делать. Эти листочки мы будем сжигать. Сжигать будем в каждой комнате. Первый листочек я буду сжигать в этой комнате и говорить заклинание. Что женщина в этом круге, она. А что они все в этом круге, она? То, что он стоит за сербской леди. То, что он не стоит за сербской леди. И на муж, что сербской леди. И на муж, что сербской леди. И там останешься в этом круге, она. Ты не 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 останешься в этом круге, она. Итак, в этой комнате мы сожгли. Ребят, нам нужно отправляться в следующую комнату. Эта комната уже защищена. Отправляемся в следующую комнату. Итак, давайте вот сюда вот теперь. Так, сейчас я камеру поставлю. Проведем обряд в этой комнате. Итак, следующая бумажка. Сербская леди в круге. Сербская леди в круге. Так, поджигаем. Источный круг. Давался подание сербской леди круг. И что мы ставим сербской леди круг? Останешься в этом аду. 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 Сербская леди, душа. И душа твоя. Господи, ребята, демон. Демон хочет выйти наружу. Нужно дожигать каждый кусочек до конца, чтобы ничего не осталось. Отправляемся в следующую комнату. Так, берем наши листочки. Берем свечу. Погнали в следующую комнату. Сербская леди, убирайся. И я отправлю тебя в твой мир. Так, ребята, мы находимся в следующей комнате. И у нас третья бумажка с заклинанием. Сербская леди, дождь в круге отстанется. В круге отстанется, в круге отстанется. Сербская леди, в круге отстанется. Сербская леди, зайди, и зайди, и зайди. Так, отлично. И осталась еще одна комната. Еще одна комната для проведения обряда. Так, ребята. Это здесь. Самая главная комната, в которой мне снятся кошмары. Эта комната находится ближе всего к кладовой, в которой заперта сербская леди. Ужас. Погнали, ребят. Зайди, зайди, зайди в этом доме, останется в этом доме, останется. Душу отпусти. Душа, душу отпусти, в круге останется, в круге навечно. Я с тобой не смотрю, не буду с тобой говорить. Фу-ф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 у. Отлично. Отлично. Обряд проведен, ребята. Мы увидимся с вами в следующем видео, где я буду разрезать сербскую леди. С вами была Королева Мистики. Всем пока!